Добрый день всем гостям моего канала, а также моим подписчикам. Сегодня я демонстрирую свою уже готовую, наконец-то, шаль. Я ее чего-то долго так вязала. Вот она уже связана. И так она выглядит. Я еще, конечно, сфотографирую ее в полном размере, но пока вот так. Я уже показывала, что я ее вязала из вот этой вот пряжи Ализе Ангора Голд Амбре Батик. В этой бобине 150 граммов, 825 метров. И на эту шаль у меня ушел почти полностью моток. Хотя я покупала два и думала, что уйдет больше. Но получился один моточек полностью. Осталось чуть-чуть, не рассчитала, как говорится, не довязала. Вот на этой шали я использовала, наверное, 5 ажурных дорожек. Вот такая дорожка. Далее, вот между ними изнаночные. Вторая вот эта. Все этапы своего вязания я показывала в своих видео. Вот еще вот такая красивая ажурная дорожка такими сердечками. И это такая тоже сеточка. И последняя. Между ними тоже вот я использовала такие вот мережки, которые вяжутся очень легко. Последняя вот такая у нас ажурная дорожка. И закрывала я изнаночной гладью, ой, платочной вязкой. И потом делала вот такие зубчики на концах. Все это есть. Я приложу ссылки на мои ролики в конце этого видео. И в итоге вот такая шаль. Пряжа мне очень понравилась. Здесь такие, правда, большие переходы. Но между переходом вообще нет стыков, никаких ни узелков, ничего. Она мягкая, не колется, шелковистая. Так что рекомендую, можете вязать. Цвет я не назвала нигде. Вот он, колор 7243. Вот еще раз показываю полную величину. Вязала спицами 3,5 всю шаль. Вот так она выглядит в полный размер. Я не сказала, что она, или сказала уже, не знаю, высоту она получается 85-87 сантиметров и в ширину 1,85 м. Это уже после стирки, я ее постирала, растянула, заблокировала. И пряжа практически не вытягивается. Такая была она до стирки таких размеров и после стирки тоже. Буду рада, если кому-нибудь пригодятся эти рисунки и видео. Вяжите с удовольствием. Успехов вам в творчестве. Заходите на мой канал и до новых встреч.